смотрите специальный выпуск информационной программы «Наше время». Главная тема выпуска – выборы президента России. 18 марта ровно в 8 часов утра в Димитровграде открылись избирательные участки. 53 избирательных участка открылись в Димитровграде. Общее число голосующих граждан – порядка 94 тысяч человек. На каждом участке работают общественные наблюдатели. Абсолютно все готово на участке, ящики опломбированы. Ну, доступность полная, все хорошо. В мои обязанности входит смотреть, чтобы не было нарушений на выборах. Среди первых проголосовавших, как известные люди города, так и простые горожане. Встал, пришел, проголосовал. Считаю это важным, ходить на выборы. Потому что как еще по-другому свою позицию донести? Только так. Это ответственный день. И, можно сказать, и праздничный день, потому что здесь каждый выражает свое отношение к будущему нашей страны. Получается, что мы сегодня выбираем капитана корабля. Корабль – это наша Россия. И как она будет идти через моря, штормы политические, экономические, всякое, это зависит еще от ее команды. Активность жителей понятна, так как сегодня они выбирают будущее России, и каждый хочет быть уверенным в своем будущем. В Димитровград приехал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Я принял решение, что буду голосовать в городе Димитровграде, поскольку считаю, что для Ульяновской области следующие 6 лет город Димитровград будет основной точкой роста. Свой выбор уже сделал глава города Алексей Кашаев, проголосовал в библиотеке семейного чтения. Друзья мои, димитровградцы, сегодняшний воскресный день. Согласен, что у нас немножко завалило снегом. Но я прошу вас прийти сегодня и проголосовать просто за будущее России. На избирательные участки люди приходят с семьями. И молодежь, и старшее поколение понимают, что важен каждый голос. Стоит отметить, что активно голосуют молодые люди. Для некоторых это первые выборы президента страны. За президента я голосую впервые. Считаю, что каждый из представителей молодежи должен прийти и выбрать, что они хотят в будущем от нашей страны, сделать этот важный выбор. У димитровградцев еще есть время сделать свой выбор. Избирательные участки будут работать до 8 вечера. Сегодня очень ответственный день для всех нас, для всех жителей нашей России. И я призываю всех принять самое активное участие за будущее нашей России. Сегодня очень ответственный день. Сегодня мы выбираем будущее своей страны на ближайшие 6 лет. И от каждого лично зависит, каким будет это будущее. Я свой выбор сделала. Надеюсь, что каждый житель города Димитровграда тоже придет, несмотря на погодные условия, придет и проголосует. Татьяна Елисеева, Константин Белов. «Наше время».